Перед тем, как разбирать зонт, разлажем его, сбрасываем купол. Затем раскручиваем скрутку. Здесь находится гвоздик, который точно так же достаем. Придерживаем пальцем, чтобы не выстрелил. Прошивную сразу уберу. Внутри находится якорь. Один ролик. Здесь узелок просто. Ну, бывает, этот узелок находится на этой втулочке сверху. Так. Теперь снимаем ручку. Ручка тоже чаще всего крепится одним саморезом. При снятии на некоторых зонтах требуется нажать кнопку, некоторые просто так снимаются, конкретно этот просто так снимается. Здесь то же самое. Может быть, в некоторых зонтах стоять еще дополнительно либо саморезик, либо гвоздик в этом месте, либо здесь, ну, конкретно здесь его нету, что просто стягиваем втулочку. В зонтах, автоматах обычно ставится еще язычок. То есть он отвечает за сбрасывание якоря, когда он находится в этом пенале. Сейчас разберу, покажу. Гвоздик. Пенал из себя представляет пружинку, ну, просто пластмасску. По сути, когда якорь у нас заходит сюда, пружинка выталкивает, он фиксируется. И принцип работы. Когда вы слаживаете зонт, якорь у вас находится в таком положении. То есть направляющая двигает якорь в пенал, он фиксируется. Соответственно, когда вы нажимаете при открытом зонтике на эту кнопочку, язычок выталкивает его из пазика, якорь выскакивает, купол сбрасывается. Так. Когда вы точно так же закрываете ствол, принцип действия кнопки. Вот это вот толстое колено. Язычок этот отводит назад, чтобы вы при первом нажатии не смогли сбросить купол. В принципе, весь принцип работы. Зонты обычно аналогичные, там некоторые маленькие исключения бывают,
так, принцип такой. По поводу наиболее частых поломок. Чаще всего ломается вот это вот основание якоря. Особенно, когда люди не сбрасывают сразу купол, а начинают тянуть за вот эту вот втулку. То есть создается дополнительное натяжение, он просто обламывается. То есть он просто потом перестает открываться. Ну, и либо тоже перестает фиксироваться за счет того, что язычок вот этот вот ломается, либо трескается просто пополам, либо отламывают его полностью. То есть, соответственно, вы зонтик открыть не можете, либо не можете его сложить до конца. Ну и по сути все.